Световая инсталляция «Мушу дарбс дзимтиной», что в переводе на русский звучит как «Наш труд Родине», появилась на доме по улице Кришне Валдемара 5 еще в 80-х годах прошлого века. И сейчас, по мнению многих, этот девиз не потерял своей актуальности, хотя буквы уже давно не светятся, а краска на них выцвела. На градостроительной комиссии, заседание которой состоялось на прошлой неделе, рассматривался вопрос о демонтаже этой конструкции. Комиссия пришла к выводу, что инсталляцию желательно с крыши высотки убрать. И на то есть чисто технические причины. В свое время из-за появившихся трещин в конструкции дома его стянули металлическими стяжками. Как влияет на техническое состояние дома установленная на крышу конструкция, которая, очевидно, имеет определенную парусность, сегодня однозначно утверждать не может никто. Дом в свое время был довольно в плохом состоянии. Дом стянут стяжками на каждом этаже вдоль дома. Никто не может мне сейчас сказать обоснование, почему там пошли эти трещины по дому и так далее. Да, может, это влияет и эта надпись, которая создает какую-то парусность на этот дом. Да? Но это я конкретно сказать не могу. Это должно быть какое-то техническое заключение по данному вопросу. Обслуживающий дом организации будет дано задание обследовать объект и совместно с жителями дома решить вопрос о целесообразности нахождения инсталляции на крыше. Однако уже сейчас понятно, что если жители решат инсталляцию оставить и восстановить ее освещение, то потребуется заключение технической экспертизы о влиянии нахождения дополнительных конструктивных элементов на состояние несущих конструкций дома. Решение по снятию этого объекта или восстановлению этого объекта надписи должны принимать решение жители этого дома вместе с обслуживающей организацией СИЭДДЗКСУ. И они решат, как дальше. Но в любом случае, если будет решение какое-то оставить эту надпись, да, то тогда нам на стол должно быть лечь техническое заключение по этому дому, по состоянию этой надписи и ее влияние на жилой дом. Сколько будет стоить заключение эксперта и пожелают ли жители дома, как собственники жилья, его оплатить, покажет время.